Всем привет! Я Ольга, рада снова видеть вас на своем канале. Если вы смотрите это видео, значит, вы также любите порядок и организацию, как и я. И для того, чтобы наводить порядок, у меня есть органайзер для уборки. Согласитесь, удобно, когда у вас все собрано в одном месте, а именно у меня в такой пластиковой корзине. Не нужно бегать, я раньше так и делала, была менее опытная хозяйка. Бегала постоянно в ванную комнату, у меня стояло либо ведро, либо тряпочки, ну что-то все по отдельности. И я бегала все время туда, чтобы что-то взять и снова положить. Со временем у меня возникла мысль, что я могу это все носить с собой по комнатам, по тем зонам, где я делаю уборку в данный момент. И я выбрала вот такую корзину пластиковую, и в нее влезло то, что мне необходимо каждый раз. И давайте я расскажу об этой корзине поподробнее, посмотрим, что же в ней находится. Вот так выглядит сама корзина, она веселого такого зеленого оттенка. И эту корзину я приобретала в фикс-прайсе в одном из своих видео. В прошлом году я снимала о покупках из фикс-прайса, как раз эта корзина оттуда. Чем мне нравится эта корзинка, у нее есть ручки, ее можно с легкостью взять и перенести с одного места на другое в квартире, куда вам необходимо, где вы проводите уборку, берете и с собой носите. Она не тяжелая, здесь находится только все необходимое, которое я поместила по своему усмотрению, то, что мне нужно для уборки. И давайте начнем вам показывать. В этой корзине я обязательно ношу с собой, если делаю уборку, вот такие мусорные мешки, они бывают разные, как вы знаете, у меня вот конкретно такие, они дешевые, недорогие. И для чего я их ношу с собой? Я не люблю собирать какой-либо мусор и относить там, где находится мусорное ведро, а конкретно на кухню. Беру с собой мусорные мешки, отделяю одну штуку и туда складываю все, что необходимо. Возможно, даже это не мелкий мусор, а что-то я нахожу, например, какие-то старые журналы, либо другой какой-то мусор, либо ненужные предметы, все складываю в эти мешки, и у меня все с собой. Это очень удобно. Следующее, что у меня находится, вот здесь, в таком, можно сказать, я разделила эту корзинку на несколько отделений, где находятся, например, высокие, это пульверизаторы, мелкие какие-то другие приспособления у меня в отдельной коробочке они стоят, ну и тряпочки и мусорные мешки. Имеются вот такие тряпочки, это из микрофибры и вот такая губка, которая более плотная, и она предназначена для поверхностей, которые нуждаются в более такой грубой чистке. Конечно, я иногда такие тряпочки меняю. И как раз настал этот момент совсем недавно, то есть буквально вчера я купила новые, ну и хвастаюсь ими вам. Одну тряпку, например, я использую для сухой уборки, другую я могу и намочить. Но в основном использую пульверизаторы. Сейчас немножечко позже расскажу, что в них находится у меня. Далее имеется вот такая тряпка. Я, бывает, ее разделяю на несколько частей, на мелкие. Тоже ею пользуюсь. Могу использовать для более объемных каких-то уборочных работ. Далее покажу, что мне находится здесь. Это вам хорошо знакомый ролик. Липкий, с липкой вот такой бумажной основой. В одном из своих роликов я показывала, как я могу его использовать. Собирать мелкий мусор, возможно, какую-то пыль смахивать откуда-то. То есть тоже очень удобная и нужная вещь, которая находится у меня в корзинке. И далее вот такие два пульверизатора, в которых у меня находятся средства, при помощи которых я делаю уборку. В этом пульверизаторе у меня средства для того, чтобы убирать пыль, смахивать, и для того, чтобы она больше не или меньше садилась на предметы и мебель. И вот этот пульверизатор больше для стекла предназначен.
И далее достаю вот этот контейнер. Это просто контейнер, который мы когда-то покупали, продукты, сыр, то есть здесь находился. И мне он очень понравился, я его решила использовать как разделитель как раз в этой корзинке. Мне было жалко его выбрасывать, здесь еще имелась крышечка, которую тоже можно использовать. Что же находится вот конкретно в этом контейнере? Вот такая меламиновая губка, которая иногда очень хорошо справляется со своей работой. И она, например, вытирает, вот у меня пятно здесь осталось от маркера. Вытирает она маркер хорошо с некоторых поверхностей. Вот такая зубная щетка. Использую я тоже для уборки. В каких-то труднодоступных местах необходимо, например, смести мусор какой-то, либо грязь. Тоже ее использую. И очень нужная вещь, если необходима очень маленькая щеточка. Что еще? Это перчатки. В данный момент у меня вот такие обычные простые перчатки медицинские, либо они могут продаваться тоже пачками, продаются для уборки, для мытья посуды. Есть немножко другие перчатки, мне нравятся голубого цвета, продаются они разного размера на руку, очень удобно. В данный момент это вот такие перчатки у меня здесь. И далее тоже небольшой контейнер. Тоже, я не помню, это колпачок из-под какого-то средства. Здесь у меня находятся палочки для ушей. Это тоже для того, чтобы где-то убрать какую-то грязь. Ну, более точечно уже работать вместе с этими палочками. И далее вот такое натуральное эфирное масло эвкалипта. Я его добавляю, как я уже показывала, говорила, в это средство. Оно придает запах и, опять же, очень удобно с ним убирать. И да, еще забыла совсем вам показать, что бывает еще в моем органайзере для уборки. Это пищевая сода. Это очень хорошее средство. Я на него перешла где-то полгода назад. Я имею в виду, я мою с ним посуду. Моющими средствами, такими как Гала, Фэри и остальные, я уже давно не мою посуду, а мою именно пищевой содой. Жира меньше на посуде из-за того, что мы стали кушать менее жирную пищу, и я справляюсь только пищевой содой. Она очень мне хорошо подходит. Да, и она подходит не только для того, чтобы мыть с ней посуду, но и для того, чтобы делать уборку. И вообще, это очень универсальное средство, и его можно использовать в любых и косметических средствах, и в доме, где происходит уборка, где вы проводите эту уборку. Ну что, я надеюсь, вам понравился мой мини-органайзер для уборки. Пишите в своих комментариях, понравился или нет, оставляйте. И также, если для вас это было новинкой, то будете ли вы использовать такой же органайзер у себя дома. Если вам понравилось это видео, не забывайте нажимать пальчик вверх и, возможно, поделитесь со своими друзьями. Также хочу пожелать вам, чтобы порядок и уют всегда царили в вашем доме. И мы увидимся с вами совсем скоро, уже в следующем видео. Всего доброго, пока!